кто может помешать российским фигуристам выиграть такие золотую медаль на этих юношеских олимпийских играх в одиночном катании, является Юма Кагияма, чемпион Японии среди юниоров. Да, есть от чего сейчас порадоваться Юме Кагияме. Боролся и сделал все возможное японский фигурист, чтобы выбрать таки это отставание от Андрея Музалева в 7 баллов. Ну, я не знаю, честно признаться, не знаю, как оценят арбитры. Парочка прыжковых элементов была у него достаточно кривовата. Оба четверных тулупа. Первый, собственно, четверной тулуп, второй с двойным, но с двойным там так и было задумано, потому что другие повторы есть у этого фигуриста. Есть опасения, скажем так, что способен Юма с этим прокатом
бороться с Андреем Мозалевым. Андрей, напомню, 158,22 балла за технику. Вот первый выезд четверного тулупа у Юмы. Тройной Ридбергер. Ну, не идеально, но плюс один могут поставить арбитры. Тут же каскад из четверного тулупа и двойного тулупа. Ну, а аксель просто шикарный. Здесь вот двойной только Сальхов присоединил. Много на этом не потеряет, а набрать может. Сколько, значит, нужно набирать Юме? 165 для того, чтобы обходить Андрея Мозалева. Сумеет? Нет? Вот давайте и посмотрим. А что получается? Пока только японцы выигрывали эти игры? Нет. Конечно же, первую Олимпиаду выиграл Ханьянь. Шомуна был вторым. Феодосий Ефременков третьим. В прошлый раз, в 2016 году, выиграл Сото Ямамото. Дмитрий Алиев был с бронзовой медалью. Сейчас двое наших совершенно точно будут на пьедестале почета. Но вот кто на каком месте? Осталось выяснить, и это уже будет выяснять не Юма Кагияма, не зрители, не российские фигуристы, а исключительно арбитры. Шумовое оформление и от японской публики тоже очень достойно. Японцы вообще на всех турнирах по фигурному катанию стараются присутствовать в максимальном количестве. И здесь на трибунах Лозаннского дворца спорта их как непривычно мало. Обычно существенно больше представителей страны восходящего солнца. С замирающим сердцем. Сейчас многие-многие ждут объявления оценок. Решается судьба ни много ни мало золотой медали на Олимпийских играх. Да, юношеских, но тем не менее. Юма Кагияма 166 баллов набирает таки Юма Кагияма. И смотрите, опережает Андрея Мозалева на 23 сотые балла. 23 сотые цена золотой. Нет, на балл 23. Не, балл и 23 сотые, да, немножечко я уже обсчитался, но как бы то ни было, именно Юма Кагияма становится олимпийским чемпионом 2020 года. 166,41 сотая и 239,17. У Мозалева 237,94. Вот таким богатым на эмоции выдался этот турнир в состязаниях одиночников. Вторые игры подряд сильнейшим фигуристом планеты в этой возрастной категории на играх, подчеркиваю, становится японский спортсмен. И сегодня этого спортсмена зовут Юма Кагияма. Но мы в любом случае от души поздравляем российских фигуристов и две российские пары. Панфилова Рылов, Мухамзянова Миронов и, конечно же, Андрея Мозалева и Данила Самсонова. Все они окажутся на пьедестале почета во время церемонии награждения. Мозалев тоже серебро, Данил Самсонов первое в фигурном катании. Бронза на этих играх у нас.